Я не вижу никакой разницы, но единственная разница, то, что лучше правильно питаться. Всем доброе утро. Ребенка отвез в школу, второй день. Заехал позавтракать в ресторан. Вы уже его видели, я пиццу здесь заказывал. Называется «Над ржаным потоком». Сейчас принесут мне яичницу с салатом, кофе. Ну а потом мы поедем с вами в магазин. Вы со мной поедете в магазин, и я покажу, сколько стоит правильное питание здесь. У меня есть список, и вот по списку я сейчас буду покупать продукты. Потому что многие думают, что правильное питание – это очень дорого, и не каждый себе может это позволить. Вот как раз наоборот, каждый может это себе позволить. Так что сейчас поедим и поедем. Поедем в магазин. Я покажу, сколько стоит правильное питание. Тоже возьмем зелень, яичек возьмем, бекончика. Не, кстати, бекон уже не возьмем, уже бекон купили. Но все равно покажу, сколько стоит бекон. Ну и список расскажу, что у меня в списке есть. Ну что я могу сказать, очень было вкусно, очень сытно и главное полезно и вкусно. То есть правда очень вкусно было, очень, как мне показалось, много, как бы, ну такие большие довольно порции. И вот такой завтрак именно здесь стоит всего 15 злотых. То есть вы видели, какая порция, в принципе, очень-очень вкусно. Еще раз повторюсь, то есть мне когда тренер прописывал диету мою, то есть он примерно то же самое мне на утро написал. То есть омлет с беконом и много зелени, салатов. Вот и все. То есть вот такие цены, в принципе, очень вкусно, доступно и очень-очень-очень-очень-очень сытно. Так что, ребят, искренне рекомендую ресторан «Над ржаным потоком». Ссылочку на него я оставлю в описании под видео. Вот такая ресторация. Fireplace. Это спортивный клуб. Здесь и тренажеры, и теннис есть. То есть очень большая такая... Большой, в общем, такой комплекс. Здесь же гостиница есть. Можно на букинге ее найти. Но ресторан я очень рекомендую. Вы уже видели пиццу, вы уже видели омлет, салаты. То есть видели, какие порции... То есть, ну, действительно, ребят, очень искренне рекомендую. Если будете здесь, советую зайти и попробовать омлет, ну и другие блюда, макароны с креветками. То есть, очень тоже вкусно, прям безумно вкусно. Так что, вот так, рекомендую, ребят, рекомендую. По пути заехал в аптеку купить жене от аллергии таблетки. Тоже, кстати... Можно, конечно, купить в любой другой аптеке, но вот мы нашли здесь аптеку, в которой цена очень классная и упаковка больше, чем в других аптеках за ту же цену. Хотя могу я ошибаться. Но, по крайней мере, здесь мы нашли нормальную цену и нормальную упаковку.
все. Немножко скупились. Потому что часть продуктов мы вчера покупали. Сейчас приеду домой, ну, сделаю обзор, что я купил и сколько это стоит. На самом деле, еще раз повторю, что правильно питаться, это не значит дорого. Отнюдь это не дорого, это доступно каждому, если к этому подходить правильно. И напомню, что лучше брать диетолога или специалиста, который вам распишет именно диету именно под вас, правильное питание именно под вас. Так что сейчас покажу, сколько это стоит. Доеду домой и покажу, сколько это все стоит. Добрался я до фитнес-центра. Сейчас пойду запишусь на тренажерку. Там и велосипеды есть, и тренажерный зал есть. Не знаю, ну, вроде бы по видео, по тому, как там все оборудовано, там очень круто. И цена просто космос. Ну что, узнал я по ценам. Взял формуляж такой. Нужно заполнить. В общем, до конца года по 19,90, 3 месяца. Это очень-очень низкая цена, так как обычно цена мы платили в том районе, когда жили, мы платили 120-130 злотых в месяц. А здесь 3 месяца 19,90 и потом уже по тарифам, тем, которым есть. Но в любом случае это очень выгодно и очень здорово. Так что сейчас поеду домой, заполню формуляж, потом привезу. Ну и все, собственно, начнем ходить в спортзал, заниматься, потому что нужно поддерживать, кроме питания, нужно еще ходить в спортзал нам и там работать. Возможно, еще возьмем персонального тренера себе. Ну, посмотрим, как оно будет. Итак, обещанный обзор на покупки в магазине. Это продукты для правильного, нормального питания. Так, ну, собственно, йогурт. Йогурт у нас натуральный, стоит 2,69. Шпинат. Шпинат у нас 3,29. 4 авокадо 8,99. Петрушка и укроп. Так, петрушка у нас рубль 49. Укроп тоже рубль 49, фисташки 5,49, еще яйца 30 штук, которые в холодильнике лежат, 9,49, 20 штук, не 30, 20 штук. Сметана 3,19 и вот такой green drink, то есть можно в блендере сделать себе сок здоровый и выпить на две порции. И вот такой лосось такой 9,99 в акции, такой хороший, довольно скидки. Ну и все, то есть бутылочка, еще бутылка вот такая ребенку в школу. Для завтрака вот такая коробочка. Ну и самые маленькие столовые приборы, чтобы училась правильно кушать, правильно пользоваться ими.
общем, хочется подвести итог по покупкам для правильного питания. В общем, смотрите, где-то 150 злотых на неделю, ну вот на нашу семью, чтобы мы правильно питались, и дети, в принципе, тоже питались нормально. Как я сказал, что оно не так дорого, мы примерно на такие же суммы каждую неделю покупаем, если неправильно питаемся. Так что я не вижу никакой разницы, но единственная разница, то, что лучше правильно питаться, чем питаться неправильно. Вот, так, вот такой вывод.